В Казахстане запретят продажу крепких алкогольных напитков с 9 вечера до полудня. Сенаторы одобрили законопроект, касающийся госрегулирования производства и оборота алкоголя. Документ разработан в соответствии с поручением главы государства, и одна из главных его целей – противодействие теневой экономике. Потому на ближайшие 3 года ставки акцизов увеличены более чем в 3 раза. Расширен список мест, запрещающих продажу алкоголя, ужесточены меры наказания нерадивых продавцов, реализующих спиртные напитки лицам младше 21 года. При этом инициаторы поправок предлагают исключить нормы о запрете продажи алкоголя на расстоянии 100 метров от школ и больниц. Ужесточаем административную ответственность, в 2 раза повышаем штрафы за реализацию гражданам до 21 года. А вот это механически исключается 100 метров, потому что много у нас трений на самом деле и с бизнесом, и это, по мнению Генеральной прокуратуры, коррупционная норма. Поэтому необходимы другие опосредованные меры. Сегодня же председатель Сената парламента Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании говорил о новых возможностях Евразийского экономического союза в свете подписания накануне исторического договора. По его мнению, объединение призвано превратиться в мощный фактор глобальной экономики и занять ведущее место среди 200 действующих региональных интеграционных структур. Евразийский экономический союз призван занять ведущее место среди 200 уже действующих региональных интеграционных структур мира. Всем ветвям власти предстоит кропотливая работа по качественному обеспечению интересов Казахстана в этом союзе. Парламенту необходимо будет ратифицировать подписанный вчера главами государств договор и продолжить работу по совершенствованию правовой базы для расширения экономической интеграции.